ennuyé. Ni pour moi, c'est l'époque rêvée. Son arrière, le passé, jusqu'à l'époque du swing. Ингрид Бергман. Ингрид Бергман, в честь которой вас назвали родители киноманы, говорила: «Счастье – это хорошее здоровье и плохая память». А что счастье для вас? Счастье для меня – это чуть-чуть утопия. Обычно понимаешь, что был счастлив лишь тогда, когда счастье закончилось. В этом плане я немного пессимист. Для меня счастье – это гармония, когда я в ладу сама с собой и своими мыслями. Для многих женщин счастье был бы милый рядом. В вашей жизни сегодня есть любимый? Да, я счастлива сейчас. Он итальянец? Вы любопытны. Следующий вопрос. Я почему спрашиваю? Катрин Дынев, которая жила с Марчелло Мастроянни, критиковала итальянских мужчин за инфантилизм и говорила, что у итальянцев в голове только две мысли, и вторая – это спагетти. Чуть-чуть правда. Вообще, я всегда встречалась только с итальянскими мужчинами. Они действительно немного инфантильны и очень ревнивы. Причем, чем южнее итальянец, тем ревнивее. Но, с другой стороны, итальянцы очень красивые. За это им можно многое простить. Ингрид, недавно вы сделали ремейк на песню Эдиты Пьехи «Наш сосед». И слышала, планируете даже спеть дуэтом с Пьехой. Конечно, я очень хочу спеть дуэтом, но Эдита популярная и очень занятая. Ее песню «Наш сосед» я услышала случайно. Познакомилась с двумя диджеями. Они собирались делать ремикс на песню Эдиты Пьехи. Я им рассказала, что очень люблю Россию, и они предложили написать французскую версию песни. И я сказала: «Да, я хочу». А какие у вас отношения с соседями? Хорошие. Правда, неделю назад у меня была проблема с одним соседом. Он занял мое место на парковке. Но это не симпатичный мужчина. А с мамой у вас какие отношения? Еще недавно вы жаловались, что она чересчур вас опекает. Это большая любовь. У меня есть другой дом, красивые современные лофт-апартаменты в центре Пармы, но я предпочитаю жить с мамой. Мы не можем долго друг без друга. Она любит, когда я дома, я с ней. Она так вкусно готовит. А любимое мамино блюдо? Спагетти alla bolognese. А у вас есть фирменное блюдо? Ни одного. Я катастрофа, правда. Понимаю вас. Ингрид, знаю, вы обожаете фильм «Амели» и даже однажды отомстили своему парню, как героине в фильме, связав шнурки на его обуви и перепутав часть ключей. Да, это правда, неловко в этом сознаваться, это был тот самый юноша, который бросил вас и которому вы посвятили знаменитую песню «Tu es foutu», «Ты мерзавец». Да, это было, конечно, глупо, но я отомстила стильно и иронично. А что вам тогда помогло пережить его предательство? Меня оставляли всего 2-3 раза. Я обычно стараюсь выразить свои эмоции в музыке или живописи. Я неплохо рисую. Искусство лечит меня и избавляет от грустных мыслей. Ваша новая песня «Лефу» сумасшедшая о том, как полезно совершать безумство. А какие самые безрассудные поступки совершали вы? Я вообще довольно скучная девушка. Вот если бы вы провели со мной целый день, то, возможно, смогли бы перечислить мои сумасшедшие поступки и черты характера. Я-то себе кажусь нормальной, но окружающие часто называют меня сумасшедшей. Так что проведите со мной один день. И потом расскажу нашим зрителям, насколько сумасшедшая Ингрид. У меня в семье есть более сумасшедшая человек, чем я. Это моя сестра. Она на 9 лет меня старше. Каждый день ходит на дискотеки. И сейчас у нее живет 17 кошек. Это вы ей отдали своих кошек? Нет. У меня 11. Всего 11. А у нее целых 17. Да, она точно более сумасшедшая. Что ж, спасибо вам. И я знаю, вы приготовили для нас сюрприз, песню на русском. Как мне несколько часов прожить, так же падает в садах листва, и куда-то все спешат такси, только пусто на земле, одно и без тебя, а ты дарят звезды своих нежных.